Сундет-Той – один из главных праздников казахского народа. Это первый шаг к взрослению ребенка. Находятся даже те, кто называет обряд обрезания своеобразным посвящением мальчишки в мужчины. Возможно, это мнение имеет место быть, поскольку сама процедура требует от маленьких джигитов немалой смелости и терпения. Врачи советуют проводить обрезание в месяцах июнь и июль. Тему продолжит наш корреспондент. Обряд обрезания пришел из давних времен. Наш пророк призывал соблюдать 5 вещей. Сундет-Той является одним из них. По устоявшимся традициям наши предки проводили обряд мальчику в возрасте 5-7 лет. Ислам – это чистота, поэтому и обряд обрезания входит в него. Это сунна пророка Ибрахима. Он еще в то время проводил обрезание для детей. Обряд обрезания полезен с медицинской точки зрения, потому что удаление крайней плоти препятствует появлению различных заболеваний. Но все же врачи говорят о том, что молодые родители халатно относятся к этому обряду, не соблюдая правила гигиены. Было бы лучше, если родители внимательнее относились к вопросу подготовки детей к обрезанию. Раньше это было, мы бабушки наши ухаживали за своими детьми, раскрывали головку полового члена. Но раньше все это было. Сейчас в данный момент у молодых мам и более возраст женщин, они в основном случае не ухаживают своими детьми. В плане того, что не ухаживают, не открывают головку полового члена, не соблюдают личную гигиену. Там скапливаются небольшие количества остатки мочи, и с тем временем оно обнаивается. Оттуда возникает баланопастит, это как хирургический диагноз. Если все это вовремя не лечить, то есть не раскрывать, это чревато тем, что впоследствии, когда ребенок приходит на обрезание, то есть это обрезание головки полового члена, обрезание хирургу труднее и заживление более труднее происходит. По словам врачей, мальчик, которому сделали обрезание, не должен носить одежду из синтетики. Вместе с этим родители до принятия решения должны психологически подготовить ребенка к этому важному обряду. Напомним, что в областной детской больнице обряд обрезания обойдется в 10 000 тенге. Нургуль Рамазанова, Артур Ботпанов, служба новостей.